Дисклеймер. Так, нам тут очередной клип. Мнение автора, которое субъективное мнение. Что там? А флешбеки ловит. Так, дети. Это получается, это что? Превращается в Фокси. Не, подожди, он вспоминает. А, типа флешбеки, чтобы у него да, было. Да, флешбеки. Там... Он подожди, вырос. Нет, это не вырос, это же этот маньяк, который, вроде это он. А это его дети, видимо. Афтон или как там его. Вот эта куколка. А, видишь, какой антураж, четвертой части. Mm-hmm. Там, где комната. А, так это не клип. Это клип. Это клип? Это клип. Или нет, это предыстория. Анимация Galaxy. Да, клип, походу. Какой-то супер-ультрасовременный лифт. Да, видишь? Кстати, вот эту девочку-аниматроника как-то особо... Я ничего про нее не знаю, потому что как-то не особо разбирали мы, когда смотрели с тобой обзоры, про нее как-то не сильно рассказывали, да? Да. О, рэп. Подожди. Нет, это, походу, охранник, нет? Слышишь, у него какая-то эмблемка? Короче, ты, чтобы понять всю смысл песни, нужно, чтобы был субтитры на русском. Да. Потому что он говорит явно про музыку. Не про музыку, про сюжет, короче. Ого, кинь косы. Косы этой девки. Аниматроника. Вот. Он охранник все-таки. Походу, да. Видишь, эмблемка есть. Я просто думала, что почему-то, что этот чувак, а нет. Это он в детстве. Ага. Типа вспоминает, короче, как он под кроватью лежал, смотрел. Странно было тогда устроиться на работу, если у тебя флешбеки страшные. Пиццерию. Да, да, очень-очень-очень тут не хватает субтитров. То, что по сюжету я слышу, по-английски объясняют. Тоже маску надевал, чтобы, типа, не палиться. Да, стрёмная фигня выглядит. Какое-то чистилище уже. Стремно, что у него мороженое из живота вылазит, да? Ну, она же не человек. Как автомат. Да. Какая-то, знаешь, музыка для такого пугающего сюжета очень позитивная, да? Да, очень клубная какая-то. Вот клип Эминемчика. Потому что слишком быстро рэп будет. То, что они постоянно расстегивают лица, уже это не пугает, потому что они постоянно-постоянно это делают. Ну, меня сначала не пугало. Какое-то электронное лицо не особо страшно. Ну, для меня тоже. Тут была вся фишка, когда они прям резкий скример. Вот когда они нежно вскакивают, пугает больше.
Дошел. Это он же на лифте спускался. А, все. Загипнотизированный какой-то.